Приготовились, надо убить за 2 часа. Хант, блин. Стол, стола, соло. Я тут, я тут. Вот. Что с умом не второй раз начал. Так, рыбу хавай. Вот, дай мне друиды, чтоб ты не разливал. Значит, друиды, Нереварин и этот, и Демон Сус, заливайте инер в шаману к этой пати. Будет все хорошо. Значит, смотрите. Вы будете падать, я буду плохо к вам относиться, короче. Сейчас во льде не стоять. На вихре. Портопол даже сакру. Пипец, гейм на хп на 5. О, куда идти? Хороший пуля даже гейм. Второй же будет, да? Ладно, чек на пул. Чек на пул. Риса баф. Баф быстрее дали, паудинам уже говорю, хочу баф. Все готовы, начинаем. Протопал влево, я вправо побежу. Ну тогда где-то. Шипы разбили. На хренте. Развернулись, разбили. Развернулись. Сильнее. Видите, не хранта сразу разбивают. Пал, уже беги. Зачем? Потому что меня сбрило. Меня не убьет. Беги, Пал. А теперь беги. Чё ты паришь? Беги, малышка, беги! Пал, давай саку. Лепец, гимн на хп. Ладно, ну так нормально. Ход эмрит сильно сейчас. Сука, уже дал. Ход. Ну ничего страшного, ход. Живем, в лужах не стоит. Короче, минус 100 ИП, кто уже умрет сейчас. Тупо любая смерть. Я пока не могу прочитать. Вайп, вайп, минус 100 ИП. Слушай, выходите, как ошпаренные. Шипы сейчас бьем. Шипы, не босса. Шипы. Отошли. Поменяй лут. Да, поменяю сейчас. Отошли и поджог. Ходим ко мне. Шипы разбили. Не под жопу пишут. Сильнее босса. Сильнее шипы. Шамы шипы сильно разбили. Да. Беги, малышка, беги! Идите на крэш. Не отбеги пока. Осколочек. Он отбегается так. Кто на осколке? Я. Бик. Лес такой. Персону. Ладно, тоже знаю. Рулим в рентоль. Это никому не надо, можно? Мне да, его нет, тоже не надо тоже. Зачем? Сейчас подожди. А и мне на ПВП. Да мне надо, но. Смотрите сами. Ну я 90 кинул. Поэтому мне. Кольцо роли. Где на что за КП? Ты сказал без КП. 10%. А, блин, давай тогда этому дашь 110. Зузу, давай мне за 10%. Передашь и не перекину. Так. Кто выше из вас? Ганчер. Демон ниже. Спасибо. Это сними, пожалуйста, мне ИП за зомби. Вы слушать разучили. Я могу начистить. Правда, аккуратнее.
Кольцо рольте. И это вы мыть от на мейн? Ну, я же как отдыхаю, топаю уроки. Нет, ну если как там идет кому-то лучше. Задувал тебе на кота? Да, да. Который будет. Я написал то, что на кота буду говорить. Тетя, не считать тогда мыть, слышишь? Ролл, или считать? Я не знаю, считай, не считай. Ну, я на АДК не особо в статах разбираюсь, поэтому, ну... Оно АДК не идет. А, ну все, все, убедили. Так, я иду, подождите пока. Мыть, а ты в танке? Да. Так, давайте, захиливаемся, приготовили. Сейчас подойду. Долго, блядь, с лутом с этим. Ману отпивай быстрее. Ну чё у тебя ноль маны? Или чё, или вы трэш? Я в штрудели нет. Что за хуйня, где штрудели? Штрудели поставьте, блядь. Говорил 80 штруделей. А, молодцы какие. Пусть заливает он друиды. Давайте друиды. Эрдру тоже залей ману этому челнорту. Сейчас я поставлю стол еще. Да я и так ему по КД заливаю. Хорошо. Бейте этого дурака. Не достаю. Беги, малышка, беги! Снимите защиту от темной магии. Тащи, что ли? Метки людей брать в контроль. Никто босса не трогает. Пулите босса, блять, распущу сразу рейд, блять. Не пульте нихуя. Стали ману отпивайте. Значит, по меткам будут три метки людей, которые берет контроль. Стопаем вихри, стопаем бури. Нереварен, контролишь квадрат. Демонсус, контролишь треугольник. Месяц, месяц будешь контролить. Месяц. Нейкист, будешь давать стан. Будешь давать стан. И, ну, фрешблот там, с фрешблотом тоже смотрите. Будете давать стан месяцу, метки. Также приветствуются сало и так далее, то есть от магов, там, от ДК, которые бесполезные. Так, значит, трэш бьют слева, танчат два БДК, мытья с лестницы и левый моб, мои два моба справа. Справа танчат протокол. Чё? Короче, смотри, там на осколки бакс выше. Если чё. Раз, два, три. Ты понял? Ну и что? Просто я тебе говорю, чтобы ты не отдавал осколки, ну, кому почему, попало, и жили масло. Ну, я тебя понимаю, если что, я язык понимаю русский. Просто они как бы молчат, сидят. Ну, да я говорит, понял, я понял. Все. Я просто чекнул ВК, бакс выше, все. Хорошо, все ясно. Вот сюда все секёшься, блядь. Угу. Наебал людей, блядь. Ладно, все. В смысле, наебал? Мне ничего не сказал даже. Я написал, я ты спросил. Отошли от босса, не трогай босса. Значит, смотрите, трэш бьют все без исключения. Не бьете трэш 200 гп, тупо. По духам, на второй фазе. Когда появляются духи, надо бежать около 6-5 секунд. Всем 25 людям, танкам, хилам, всем, блядь, без исключения. Если вы этого не будете делать, мы вайпнемся здесь. ДЦ хорошо, щиту, и все нормально будет. Так, чек на путь. Слева бьют все РДД, все милики, где БДК, а справа бьют все РДД. Пока трэш живой, леди не бьем. Начинаем. Как вы капли смеете вступать всем паладинам, в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Мытья с лестницы. Я пока не могу прочитать это. Готовились. Добили трек. Марлен, пожалуйста, поближе к рейд. Держишь воле. Этот трэш в следующий раз. Я тебе покажу где. Смотри, внимание, она здесь будет. Вот здесь. Сюда, пожалуйста. Подводи, далеко бить, нихуя не видно. Не убиваем своих, все нормально. Бьем пока, скажу, когда стопнусь.
Митя, не трать 200. Справа трэш не бьет, не пьет, РДД. Как дела у вас? Поставить метку, крестик. Милики, подойдите к крестику, убейте его. Милики, подбегите, курики, чардж. 5 куриков, чардж, вихрь. Убили крестика. Скажу, когда стопнуть. Будем стопать дамаг. Стопнули по леди, никто не бьет леди. Все отошли, милики ушли, приготовились бить трэш. Трэш пошел. Добили в центре трэш. Проклятие, диспельс, вы чё, алё? Законтройте, капли сейчас искадешься. Череп убили. Череп убили. Беги от него, его нельзя танчить. Его кайтить надо, беги. Убьёт же меня. На пул меня. Друиды, шаманы, диспельсы, проклятие. Что с Геру дал? Да. Все бежим, духи появились, трэш убивать. Когда духи все бегут, все бегут. Никто не стоит. Вот этого не должно быть. Дали контроль. Дали сало себе стан. Духи все бегут. Все бегут без исключения. Бегите. На мытью напуливайте, на мытью напуливайте. Прожимайте что-то ШВ. Тупая оборона. Бейте трэш возле леди. Там вы метки на трэш, вы его не видите. Нет. Квадрат бейте. Милики. Бузу. Блять, я не ждал, что ты будешь в танке. Бегите от духов. Он всегда в танке. Захиливаем рейд, не реварим, поднимаем трэш блод. Дали контроль. Охуенно, блядь. Это что, духи так топнули сейчас? Убежали от духа. Ретрик встанет. Ты поднял это с года? Да. Сова вторая. Сова вторая поднимает дар примат. Марак, прожимай чё-то. Да, да. Митя, надо ВП-шки отдавать. Как у тебя по-другому не сделать? Контроль брали. Накуливайте на мысли, как ты не отдавать. Магов нету, чтобы здесь были? Совы есть, здесь пыльки, ёбан отдавать. Чего, прижались? Совы, бежим. А вот трэш, наверное, не будем бить, да? Подбежали, бейте, бейте трэш. Бейте трэш, бейте сильно. Могу кого интереснуть? Подожди, пока все собрал. Ты кипал он. Бейте, пока леди с меня груз скинулась. На тебя на пол? Обратно на тебя уже. Ну а ты стирайся, у него уже 500. Ну давайте на меня на курс. Идите от духов, нужный блок. Идите 25 человек. Духов уложим. Чилтон и Рошами ману залейте. Да мне хватит. Пей.
Ганчер. Ганчер, приходи с ножом. Приходи с ножом. Ой, если что, я на замене тут сижу, бутербол. Что ты каком пать? Ролим бис на портопала про товара. Так, роба. Дай на ДК бис. А кому-то надо? Митя, тебе надо этот шлем? Да. Он бис на БДК. А. Кто-то ролил еще на мейн. Ты на мейн, кстати, ролишь. Давай определимся. Да. Да, 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 да. Так, 389, правильно? Подождите, а вар не берет ДК, вар не берет этот шлем себе? Вар этот бит шлем и протопал. А. Повороте, что ты себе фурика не сделаешь? Потому что я Ваня не умею, как бы ты научил меня. Ну, ты понимаешь, что фурик это, ну, один из самых легких классов WoW. Ты просто идешь с тупым вагоном вообще, ну мы идем в 24 человека. Я сейчас перезайду. Ну, блин, я не знаю, ну для тебя что это, не доходит или... Просто, блин, одень нормальный шмот, хотя бы за триумф, насрать. Мы тебя будем вагонить, но мы просто идем в 24 человека. Да, одену, у меня есть шмот. Ладно, WhatsApp, он на три босса просился за льдом. Это самое, он зайдет на мага или лока сейчас. Смотрите, короче. В чем и... сложность, блин, пройти пару ППГ, одеть нормальный шмот за триумф, блядь, и идти уже выдавать хотя бы 10-15к ДПС, а не 1к. Ну, не тут 10, он в замене там, был. 7-8 где-то был. 10к, да, я тут. Если. Тебя этот... Боец. Ну накинь себе 400 ИП. Да похуй, блин. Бутербол, кто еще 400-500. Ретрик еще есть. Смотрим на нашу платье. Крестов не хватает там. Кто-то на шамане Энх и Рестер. Угу. Похуй, пошли. Не делать. Ну, видишь, он бесполезный фурик сорвал себе агро. На двух стаках. Мне сейчас будет на пуло то, что. Филипец, что ли, ушел? Это что, кровожадность и выхрь, да? И все? И все. Пишешь макрос, кровожадность плюс удар героя, выхрь плюс удар героя и пиздец. Мощный удар плюс удар героя и пиздец. Вот тебе без дамаг 20к ДПС на сурке. Ранец соберёт. Суманите. Дайте шкаф с ним в это. Дайте шкаф на крабе. Лок. Где он? Чернокнижник. Чего, потише, не понял. Ганчер, поставь шкаф, выйди с пушки. Или похуй. Ганчер. Можете бить, мне там ничего не надо. Короче, блять, ну на нахуй. Туда все берут ранцы, без исключения милики, курики в обязательном порядке. И там бить мага. Я летаю, да? Кто ты? Мыть. Какой ник чокнутый. Вообще ужасно. Блин, ну не мой. Кончи сержантов на нашем корабле, если ты в танке. Я бы да. Я не думаю, что тебе на хуй можно танчить, как бы. Поэтому пошел бы быка.
Можно как бы что-то там танчить, но... Да, нет, я еще не собрано тут шматок, я не спорю. У тебя, кстати, никого нет больше, кроме этого ДК? Шаман какой-то, не знаю, какой-то из шаманов нету КД и у Коза Пала, наверное. Я не знаю, у кого-то нету КД, у двух персонажей. Потому что двумя я была. Летели, бьем дурака. Не летай сюда, он бьет. Летайте обратно, не хочу успеть, но не смотрите. Один, а она будет перекуп. Так, Зузу, ты заходишь? Заходишь? Да, да, сейчас. Ну, лук открой, не лутай. Не лутать? Че? Лутай, лутай, я хочу посмотреть еще. Мейнспек счет и ролем запустите. А, не запускайте тогда. Не трогайте пока босса, не трогайте. Заходи быстрее. На офф ролем. На офф ролем. Охуеть. На мейн ролем. А это кольцо, что это за кольцо? Что кольцо? На Хатона повезло. Голем кольцо. Ты заходишь? Да-да. Чё это на мама-то назад?
Так, поставьте мне портал, пожалуйста. Куда Лоран? Сейчас поставлю. Мраксус, ты где? Мраксус. Мраксус. Чего ты делал? Упал вихрь или мне в рушами остаться? Ой, я... Чего? Да, оставайся, ты чё, блин. Хилы нормальные, нет? 4 хила. Слабые. Все в хилах остаются. Мраксус что-то писал? Кто там есть? Кирилл, Седр, кто-то еще есть там? Там он кокер, я думаю, пойдет. Ой, да погнали так, какая разница. Давай запускаем. Окта! Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Трэш, будем всем без исключения. Что... Присоединись ко мне, отец! Я смотрю, в последних рейдах воли падает, да, постоянно. У меня что на Альянсе, что на Орде воли. Одни сыпятся. Да. Не знаю, значит, Мраксу не видел ничего. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Таня, ты кому триксы даешь? Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Не подходящий. Я не могу атаковать эту цель. Во имя короля меча! Извините, слуги мои.
два гимна хп. Не могу. Васап, скажи мне, пожалуйста, тут хилы виноваты? Или что такое? Нет. Какой из танков? Я не знаю, ты режим держите. Вообще, это МКПС по трэшу ренканей. Это, да, некий виноват. Слышите, не бегайте по комнате. Встали спиной к мобам, умрите. Вот смотри, можно давать ГПР Ялду на ЭКИ-100. Метельгей сейчас умрет, спасибо. Линканите дамаг в трэш, сейчас выглядит чат. Сам сейчас буду смотреть, короче. На последний трэш выбирали танк. Давайте снизу начнем. Все трэши забирали танки, блять. Просто его бьют так охуенно, что он вырастает. Так, снизу, значит, Нейкис. Ваза! Рыжий плод. Роял. Дальше смотрим. Ни к чему то же самое. Метергейс то же самое. Митя то же самое. А почему по 200? Потому что вы убили край. Ну теперь, блять, вот с 18 места ДД всех, короче, тоже КП по 9к ДПС. Так, кидывайте уже. Это были ниже меня, по дамагу в трэш. ЛПшки там давал и притяжки. Так. Марлин, это еще выше потопал. Дарт Римар. Ты у нас кто? Ты у нас АДК. Тоже ДП. Ганчер, соло. Ну да, это его можно понять. Так, что ты там говоришь про ДПС? Ниже 18-го или какого? 16-го? Кто там говорил? Соло и Демонсус ГП дать или что? Не, у Соло была метка, ему можно ГП не насчитать. Все. Так, кто ливнул, скажите, Крэшблок? А, нет, Нейкист. Я захожу, мне разорвало это все. Почему Нейкист тут? Нейкист тут, что ты говоришь? А кто-то с третьей группы ливнул, просто перекидывал. Так мы 24 же были вроде, нет? А, Зузу уже, Зузу. Его что? Ну давай тогда доберем. Я говорю, интернет разорвало, он говорит, кто-то ушел. Кто ушел? Не надо писать ни в ПМ сейчас, вы не били нихуя трэш. Метка, хуетка, блять, вообще похуй. Не, ну не знаешь, вот даже запалы и фурика нереально так мало дать в трэш, это потому что вы ее вечно агрили их. Они, блядь, еще хуй знает, не бегали вечно. Ладно, мы по 100, по 200, че так много? Нормально, 200. 200 всегда в правилах было прописано. Стоит вас жалеют всегда. Ладно, давайте в чат.
Да, сейчас кто-нибудь зайдет. Да я заебался ждать. Ну, ты... Давай 24 убьем, потом заберешь. Я же все равно не такой прям классный. Пожалуйста. Вон написал этот, как его Джер, что сможет пойти. Через полчаса Джер. Я смогу. Ганчик, не, ну мы убьем уже... Не после надо сначала того количества ДП, которое увидели в чате гильдии, уже никто не захочет идти. Не захочете, можете покинуть рейд. Я имею в виду еще тело. Те, кто получили ГП, вы сейчас будете всекать трэш. Это первая ваша приоритетная задача. И что, что он берет? Я тоже за ним беру. Курики по 300, по 200 давали, блядь, на моей памяти. Вы не хотите. Бля, это просто чтобы уебищно, блядь, агрить их, понимаешь? Может, на БДК зайдешь, и я на фурика тогда? Да хуй ты фурика, ты БДК должен агрить. Войт, Войт. Войт. Давай на кота зайду 6,5. Ты нормально им играешь? Блядь, ну, посмотришь, нахуй. Ну давай зайди. Зайди. Давай. Так у нас же Джерри, он хочет пойти. И что, нам подождать его полчаса? Ну мы, я думаю, сырка убьем, а трэш пока дочистим. Не, давай я котом нахуй пойду, заебали, по домашку. Быстрее, ганчер зайдет или нет? Вон он, кокер. Если это ганчер ГПш не давал, я думаю. Что посмотрим. Потому что Локи много ж не дамажит. Там вернулся кокер. Да мне, блядь, не нужен этот кокер. Да, ну чё ты? Чё ты его не хочешь взять? Слава, ты вообще какой-то жёсткий. А чё же ты меня? Жёсткий, слышно, если что. Слава, не хотите вред? Ганчер зайдёт или нет? Писал, не знаю. У кого есть лог совы? Вон, дуплет плюсую, если нужен. Если не нужен, захожу, то... ПМ не плюсую. Заходите на лока. Как гаттербол, заходи. У меня кида на локи. А, блядь, нет, нет, это... соло, соло, заходи на лока. На графита заходить? Все, заходи. Короче, вот, я так понимаю, я не нужен? Плюсуй дуплет, блядь. Дай, блядь. Какой дуплет? Заткнись. Плюсуй мне... Да вон, получается, пишет. Дуплет, это я и есть, блядь. Да сука, ты мне в ПМ плюсани, чё такой тупой? Мел чат закрыт. Поет. Так, ага. Плюсану. Не вижу. Void Knight. Плюсану. Да в ПМ. Я тебя, блядь, в ПМ иду плюсую, нахуй. Нету нихуя. Видел с кем? Короче, смотри, пишу. Void. Пидор. Видишь? Нет. Блять. Ты меня троллишь. Серьезно тебе говорю, блять. Да вон кинь пати. Ну дай ассисты кому-нибудь. Турболу дай, я его возьму. Я сейчас уже наберу никого в этом. Кто? Дупл. Дуплет. О. А, смотри, у меня провисло. Вот я увидел плюсы и вот пидор. Графит, лети к нам, у нас неплохо. Пойду пока что. Прям как надо, вот подамажить на сурке то, что нужно. Трися, блядь, дает 300к в трэш, блядь. Ох, не зря. Трися? Нахуярил, блядь. Топовый пацан. Меня, короче, я трэш не буду бить. Меня можешь это оставить без лута. Кот пусть не бьет. Мне все равно тут нихуя не надо. Он фул бис. Фурики били, ретрики. Этильгейс тоже должен бить. Гипсоличик вон 300к в этой в обычке дал в трэш. Там Северус Снейп, он хочет Лина. Нет? Северус Снейп, ты в РК? Он
не любит, чтобы комик мы звали. Ладно, Анкалкера берем. Ребята, есть у кого фласка на обкуплю? За 200 кп продаю. Чего у тебя трясет с микрофоном? Что-то сказать хотел? Блять, Роялд, братишка, брат вообще, от души. Анкокер не принимает, значит, и Северус Снейп ждет парня с работы, готовила ему ужин, будет сейчас кушать с ним вместе. Так что придется добирать. Ладно, давайте попробуем еще улучшат. Ой, я написал серебра. Вон он кокер говорит, плюсую 3 раза. Я заебали друг другу мозг ебать, по-моему. Не, ну ты добирай серебра, скажи, если пока тебя сумонили, блять, мы уже убили нахуй двоих. Чё ты этого ФДК не хочешь взять? Вот смотри, Олчат пишет, ФДК 5.8 не устроит. ЧС. ЧС. ФДК. Зачем ЧС-то? Говна. Ну потому что как говна их развелось. Бесполезные. Они дамажат за них. Ну, они вроде дамажат много, если умеют. Но. Никто ими не умеет. Если они дамажат нормально. Бля, вот я только знаю двух ФДК, которые въебывают. Это WhatsApp нахуй и это Speedy. ФДК 5.9, давай может 16к. Порти жду. Так, шипа 6КГС. Нит, камни, тактика. Джелис, ТВРК, Зая. Угу. Есть ДД у тебя? Не, нет. Гомеопатия, у тебя шипы есть? Да пиздец просто, блядь. Ладно. Не бери еще одного хила. Гаттербол у нас есть хил. На подстраховке. Че, спрятнулся сейчас? Нет пока. Вообще, задул... Как... задувал. У тебя ДД какой спрят? У нас спрят. Ирлок. Сколько там ГС? 1 фурик примет сумон. Да. А у тебя других персов нет, задувал? Какие? Интересно, расскажи-ка мне. Сколько ГС у Ханта, сколько упало, сколько у Лока, сколько у ШП? Ну чувак, пошел этим персон, ну нафига ему вешать КД на всех? Давай, пойдем бить уже. Тебя подняем там на профа Синдрулича. Значит, пока что в кота спекайся, Гаттербол в Эршаму. В Эршаму для цеха поладем. Спекайся в кота пока. Будь в коте. Так, РК надо ликануть. Твой кот будет бить трэш. Там фловый путь босса бьет. Потому что он не принимает пати. Как вам еще объяснить? Он кокер не принял пати. Чек на пул. Натопал дает каски, нейкист кулаки, как и гурчик кресты. Вар, ты в РК зашел? Сделай чек еще раз. Бетельгейст. Вар, ты в РК? Бетельгейст тут.
Варта не отделяет. Что там случилось опять? Перекиньте в РП, пожалуйста, у кого права есть. Вар там тоннель зашел. Вар, ты меня слышишь? Что тебе нужно? Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону! Вот и нет, уже разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Угу. Трэшик всекай сильно. Все вары без исключения всекают трэш. Рыбки тоже. Погиб у врат гнева. Быстрее здесь, меньше меток будет в два раза. Рыбки слови. Понял, твои шаманы. У тебя нет шанса. Чего? Ваши шаманы хилят, что ли? Что ты так мылось? Две совы заливаете ману Чилнорту, два кота заливаете ману Гаттерболу. Да, ваши шаманы чуть не нравятся. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Приготовились 5 секунд бой. Я распугал, все как обычно. Подойдет. Во имя короля Лича! Че, истерики, ну? Зефирка надпись. Вот молчи, вот это я понимаю. О, воля наконец-то.
на моим роли. Надо было мне рогой пойти, да? Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Бокс. Завоеватель роли. Открывайте портал, стойте у портала. А чё, не первый был выше? Стис. Так. Марлин и ты. Поставьте, пожалуйста, стол маги. Марлин. Ой, пуля. Пуля забирает. Так. Сейчас проткнусь к вам. Стойте у портала. Ну, портуйтесь верхний ярус, шо вы стоите? Стойте там, я приведу один. Маки, дайте стол, пожалуйста. Давай. Три хила осталось, Холипал отошел. Давай, ничем. Слишком далеко. Да ну нахуй. Это потому что знаешь почему? Потому что ты на меня щиты навешал какие-то, блядь. Иди сюда. Вышло. Иди эту. Везде все эту бьем, дуру. Ой, блядь, да ну нахуй. Круг играем. Ты звезду уведи. Согрейте. Убивайте кружок быстрее. Здесь Берни. Мириварин, поднимай шамана. Убили? Разовьешьте трэш. Не умрите от трэша. Другая сила подняла. Чего? Другая сила подняла, не. Давайте веду вальку. По вальке сыграйте. Играем. Не бейте на трэш. Выбрали кружок. Сейчас заведу, что ли? Вам выйдет. Не бейте, не спел, если вы выиграли. Не спел, пока вы не бейте. Ну обычные токены были или нет, никого? Два завоевателя. Пошли на чем курить эти четыре тела. Остальные пошли. Два завоевателя, кинь один пули, пожалуйста. Не финиш обмен, сейчас просто треша. На чумку идем быстрее, резаем 4 тела. Никто не покажет. Минус скролл, минус липовый. Подходим сюда быстрее. Майки, поставьте стол, пожалуйста. Блять, захильте что ли кота, блядь. О. Спасибо. Так, приготовились. Подходим сюда все. Все средники будете там давать. Thank you.
Давай я Милки приведу тогда. Больно. Тарасы. Одного не привел. Он хуй с ним. На ту сторону вот эта елка будет видеть квадрат там будет на ловушку активирую вот забей иди танчи я уже активирую проще будет давайте у нас о видишь я не согрею эту хуйню. Всем привет. Там нужен кто? Нет? Ленточка, Ленточка. Да ёбаный в рот, ленточка, блядь. Давай я собаку приведу, блядь, по-бырому. Иди собаку рольте. Идут два мага, две совы, Элим, Шипе, Лок. Это получается уже 7 человек.
Вторая группа в рейндж. Маги в рейндж. Гомеопатия, на рейндже похилишь? Хорошо. На рейндже. Еще, значит. Марлин на рейндже. 8 человек на рейндже бегают. Так, 9 получается под палом.